70-летие Победы в Великой Отечественной войне общероссийское экологическое движение «Зеленая Россия» реализует всероссийский проект «Лес Победы», цель которую ставили организаторы – высадка 27 миллионов именных деревьев в память о каждом погибшем во время войны. К проекту присоединились и окружные стражи порядка. Первую рябину посадили начальник управления полковник полиции Олег Ильиных и ветеран Великой Отечественной войны Василий Петрович Самойлов. За поливку были ответственны кадеты 4-й школы. Зелено здорово. Там, где зелено, там здоровье. И если много будет посажено, прекрасно. Это пример. Если каждая организация пригласить свою молодежь и перед своим офисом построить аллеи проведет, город будет прекрасный. 9 саженцев рябины, ели и лиственницы высадили перед окнами здания Управления внутренних дел по Ненецкому округу. Газоны сразу же закрыли защитной пленкой от заморозков. Проведение подобных мероприятий преподаст отличный урок бережного отношения к природе школьникам, а взрослым поможет конкретными делами продемонстрировать свое право жить на чистой земле и дышать чистым воздухом. Проект «Лес Победы» уже имеет результаты. Его поддержали 77 регионов. Также в акции приняли участие Русская Православная Церковь, Министерство обороны, Министерство образования, Росавиация, РЖД. Высадка именных деревьев будет проводиться каждый сезон до 2018 года. Анастасия Саботович, Вадим Носкин, телеканал «Север».